Как появляется здание? Силой мысли. Все, что построили, это создано нами и вами. Не кирпич делает здание. Мы создаем это силой мысли. Все, что создано в мире, создали это люди и мы. Это большая мудрость. А как к ее нынешнему воплощению это применить? Если есть у кого-то, значит, можешь тоже все сделать. Но не зависти. То есть я понимаю, что ей, если она осознает себя, как вы сказали, полностью частичкой вашей... Каждый пускай осознает. И тогда, соответственно, можно творить реальность. Вы создаете не руками. Руки – это инструмент. Идет мысль. Мысль создает эту реальность. Вы посмотрите, что вы создали. И это не конец, только начало. Вы не верите в себя. Очень мало кто верит. Все, что можно там, в мире душ, можно здесь. Если открыть всем сознание, то мир уничтожится. Открываем только тем, кто готов. Сама себя создала. Как можно не любить себя? Я очень вас благодарю за эту мудрость. Это главное, что вы хотели ей сказать. Что бы вы еще хотели передать? Всю нашу любовь. Что? Она ее ждет все время, а мы немножко смеемся. Потому что она есть, но она ее не чувствует, правильно? Не хочет, не выбирает ее. Выбирает жалость к себе, что недостойно выбирает. Есть что-то еще важное, что вы хотели бы нам передать? Ну, может быть, нам и ваши частички, мне и нашему какому-то окружению ближайшему. Не бойтесь, никто вам не навредит, только вы можете себе навредить. Но если вы любите себя, то и себе не можете навредить.